Торжественное мероприятие по случаю дня рождения пограничной группы собрало в одном зале всех тех, кто в разные годы был причастен к охране рубежей на западном направлении Беларуси. Сегодня они формируют мощную структуру, способную осуществлять деятельность эффективно. Я хочу сказать, что руководство пограничной группы во главе с полковником Гутником, с поставленными задачами справляется. На территории части очень много сделано, переделано. Это тоже забота, корица, о бытии личного состава, о культуре. 1 мая 1944-го, то есть 74 года назад, первый пограничный отряд прибыл в город над Бугом и приступил к охране государственной границы. С тех пор в подразделении сменилось не одно поколение стражей рубежей. Усовершенствовалась система контроля за прохождением государственной границы. Несмотря на это, пограничная служба была и остается одной из самых серьезных и опасных. Она требует выдержки и дисциплины. Современный коллектив группы укомплектован именно такими кадрами, что позволяет добиваться высоких результатов в общевойсковой и специальной подготовке, о чем говорят результаты. Будни пограничной группы насыщены многократным трудом военнослужащих. Те, кто ежедневно добросовестно несет пограничную службу, совершенствует свое профессиональное мастерство. Честь и хвала бескорыстным, преданным пограничному делу и своей среде людям, офицерам, прапорщикам, сержантам, солдатам, гражданскому персоналу. Благодаря усилиям именно таких пограничников нам есть чем гордиться. За 2017 год в общей системе органов пограничной службы мы стали лучшими по направлению охраны государственной границы. Праздник «День части» – это время для наград за добросовестное служение своей стране, за бессонные ночи на постах и ту разъяснительную обучающую работу, которая постоянно ведется в подразделениях. Время требует от современных стражей рубежей специальной подготовки как при задержании нарушителей, так и при совместной работе с таможенными службами в досмотрах проводимых грузов. Несмотря на определенные трудности, ряды представителей этого рода войск постоянно пополняются. Все потому, что служить в Брестской краснознаменной пограничной группе имени Дзержинского почетно. Свой жизненный путь я связал с органами пограничной службы и нисколько не жалею об этом. Я решил для себя, что я буду пограничником, еще учась в Минском Суворовском военном училище, а после этого сам я просто проживаю недалеко от границы, наблюдал, как несут службу пограничники, и считаю, что это очень почетная миссия для военнослужащего. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантун, Луговкин, телекомпания БукТВ.